Федеральный проект «Здоровое будущее» направлен на укрепление здоровья всего населения, как взрослых, так и детей. Так, летние Олимпийские игры прошли для ребят, которые этим летом отдыхают в детском оздоровительном лагере «Бобренок». По всей территории несколько площадок, где дети, наши воспитанники выполняют задания, получают за это баллы. Тем самым мы формируем у них мотивацию к здоровому образу жизни. Все испытания ребята проходили в виде квеста, один за другим. Организаторы сделали целых 7 спортивных станций. Здесь скачки, перекати-поле, ловушка и даже пятнашки, сделанные по подобию настольной игры. На каждой площадке они были одной командой. Здесь и сплочение команды, потому что они помогают друг другу, тем более вот в пятнашках у них взаимодействие должно, контакт друг с другом. Вот. Также спортивная направленность, да, так как они двигаются, ну и, конечно, оздоровление. Занятие физической культурой и формирование здорового образа жизни важно с самого раннего возраста. Не случайно судьями на местных Олимпийских играх стали активисты молодой гвардии. Как ваша команда называется? Только очень дружно. Ловкие коты! Все дети очень послушные, и они очень довольны мероприятием. Мы стараемся быть объективными и чуть-чуть иногда помогать детишкам, чтобы у них были лучшие результаты. Все участники получили заряд энергии и массу положительных эмоций. В нашем округе такие мероприятия для поддержки мотивации и спортивного интереса проводят регулярно, не только в детских садах, но и школах. Юлия Стаферова, Евгений Бех, Максим Константинов, Видное ТВ.